Так, друзья, все, первый этап готов. Рыба обжарена, выложена на противень, высланы какой-то зеленью. У меня это черемша, но если у вас черемши нету, любая зелень, листья салата, все что угодно сюда подойдет. Это как подложка. Выкладываем и идем готовим следующий ингредиент для нашего вкусного блюда. Друзья, это свиные ребра. Их также обжариваем на этом же масле, на котором жарили рыбу. Ребра жарим тоже до золотистой корочки, чтобы они были вкусные и аппетитные. Это будет второй ингредиент в нашем блюде. Чуть позже, кто смотрит не в хронологическом порядке, это уже вторая часть видео, выйдет третья часть видео. Я покажу, что делать еще дальше. Блюдо очень интересное и очень вкусное. Заходите, посмотрите полную версию на канале. Оп. А это, чтобы вас заинтересовать, друзья. Так, не переключайтесь.